искать кости в курином яйце, ибо их можно там найти. Так и бойцам не стоит хорохориться против соперника, который может эти кости переломать. Аарон Агилера, бывший рестлер, вызвал на бой Баттербина, заявив, что он мастер тайского бокса и у него бешеный рекорд по подпольным боям, хотя это был его первый бой по ММА. С первых секунд всем зрителям стало понятно, что это за мастер муай-тай, а его попытки побороться в партере рефери остановил на 15-й секунде, следуя все тем же правилам. Далее наш поединок стал похож на брачные игры моржей, в которых бесспорное преимущество имел человек Зефир, чем собственно этот бой и выиграл. Удобно навалившись на бедолагу Аарона, Баттербин делал вид, что хочет задушить оппонента, но на самом деле тупо.